Всем здорово, ребят. Ну что, выспался, я решил записать интересный видосик. Думаю, интересно всем посмотреть, что же сделано на топ-1 аккаунте в Castle Clash. Сколько чего было. Возможно, еще зайдем на русский сервер, посмотрим сейчас, что там у нас по времени, посмотрим, какие плюхи я получу. Поехали, посмотрим историю. Самому интересно, что же сделано на этом аккаунте. Знаете, было бы еще круто, если бы написали, сколько задоначено. Сразу у многих бы снялись вопросы. Проблемы с сертификатом. Нас это не останавливает. В принципе, интересная тема, думаю, для многих интересно посмотреть, что же у них все-таки на аккаунте изменилось, что интересного есть. Что у меня там хромакей конфликтирует с футболкой. Так, ну давайте уже, грузите. Чего вы так долго грузите? Я на сардальке зашел, поржал немножко. Надо было вам показать. Там скрины наделал. Вот моя айдишка. Нажимаем Go. Так. You have locked for 301 CD the pass. Keep it up. Ну, это понятно. Дальше. Это моя силушка, но она уже неправдивая. Странно. Странно, странно. О, первое место. О, ничего себе, 194 героя эволюционировали 143, то есть вы представляете, сколько я героев с эволюцией посливал. It seems your favorite hero is 146. Что это за 146, я не знаю. You have more heroes than 99-93 other lords in your server heroes. Ну, короче, типа, у тебя все есть, расслабься. Поехали, следующий слайдик. Вы собрали 54 скина. Так, отлично. Вы напишите в комментах, у кого какие параметры, тоже интересно почитать. Мы разбили 1316 яиц. Вот так вот. Ну, в принципе, немало. Я часто раньше играл здесь. В последнее время забил в акцию «Разбей яйца». Так, 7 друзей. 62 сердечка. Ну, на английском сервере я этой фигней не страдаю. Я вообще этой фигней не страдаю. Собиранием яиц. Так, о, ничего себе. Obtained. 6 миллиардов золота. Мана с рейдов. Неплохо. Девять раз, ребят, 9 раз всего я ходил в подземке, ну, в совместные эти кооперативные. HBM Monsters 0 times. Супер. Короче, нормально. На арене мы воевали 1034 раза. Ну, это во время того, как я вам делаю обзоры. Выиграли 33%. Ну, понятно. Это такой показатель. Конечно, анимашки здесь прикольные. Ну, хоть что-то придумали интересное. Хоть на чем-то можно посмотреть какую-то историю. Так, поехали дальше. Что у нас тут интересного? You have practiced Lost Battlefield. Забытое 774 раза. Максимально 1063. Ну, это неудивительно. Я бегаю туда через раз. Ну, 67% точно так же делают на английском сервере. Так, Архидемона. Я бил 115 раз, дефитит 5, то есть я не понял, типа первое место скорее всего занял за ХС дамаг 512.
Короче, какая-то фигня. Поехали дальше. Якорен Гилз, Practicing Guild War 73 раза. Fortress на фортах 24 раза. The most point you have been obtained in Guild 15146. Моих юзерств. Так, отлично. Might a message. Thank you. Кстати, посмотрите, это персонаж с битвы замков 2. Вот так вот. Thank you for playing Castle Clash. It's looked made great strides. Ну, поехали, посмотрим, какие они плюхи мне дадут. Ну, наверное, все то же самое, что и вам. Сейчас посмотрим. Что-то еще у нас есть. Make a wish. Experience max with gameplay. Конечно же, выберу самое первое. И все. Можно еще раз загадать. Не знаю, что это за фигня. Короче, можно понажимать все эти, но это все равно ничего, я так понял, что не даст. И download нам что-то дает загрузить. И что это такое? Непонятно. Castle Clash, давайте откроем через Play Market. Посмотрим, что это такое, я просто не знаю. Что они нам предлагают загрузить? Сейчас мы это все проверим. А, ну понятно. Загрузите по игру ту, в которую ты играешь еще раз. Так, окей. Поехали посмотрим, какие же все-таки плюшки мне дали. Так, это за вход. За 6 лет. Такс. Ну, наверное, такие же все, как и всем. Так, эти 4 нижних, а верхние, наверное, такие же, как и все. Сейчас зайдем на русский сервер, там посмотрим на втором аккаунте на мои достижения. Так, окей. Поехали на русский сервер. Здесь, короче, все понятно. Ну, здесь аккаунт как бы помоложе, чем на русском. Так, поехали на русскую битву замков. Сейчас посмотрим здесь. Не помню, правда, какой здесь аккаунт у меня заведен. Обновление. Не заходил я вчера компьютера сюда. Сейчас обновим быстренько и посмотрим. Пассерпанк, Сингапур. Ну, видите, адрес есть разработчика. Можно поехать в гости. Собрать на билеты, чухнуть. И они уже сами должны купить билет давным-давно туда и назад. Так, окей. Что там у нас? Ожидание скачивания. Ну, я люблю вас, IGG. Ну, вы же знаете, я не люблю терпеть. Что-то долгое ожидание скачивания. Ну, это русский сервер. Ничего удивительного. Так, вуаля, то же самое забираем. Поехали. Мои достижения 6 лет спустя. Посмотрим, что же у нас интересного произошло 6 лет спустя на русском сервере. Ну, то есть тут тот же самый аккаунт получается. Мне вот интересно, что же будет русский сервер и английский сервер. Как оно? То же самое покажет или нет?
Сдавай, открывайся уже. А, это на основании информации 21 числа, понятно. 329 вошли в игру, ну, получше будет. Показатель силы 631, понятно. Вы наняли 34 героя, лицензировали 24. Ваш любимый герой — это Космо. Не знаю, на основании чего это они взяли. Ну ладно, поехали дальше. Вы собрали 17 дополнительных обликов. Что-то как-то на русском сервере неправдивая информация. 793. Мастер тренировки беззащитных детей. Конечно, сочиняли. Вы завели 8 друзей и собрали 1852 сердца. Я не припомню таких призов, что я там столько играл прям. Ну да ладно, поехали дальше. Вы получили 1 435 000. Ну, такое себе. Хотя я больше фармил на английском сервере, оказывается. В командном подземелье 34 раза, в командном пришествии монстров 355. Ну, может быть. Может, это за год последнее. Вы сражались на арене 328. Так, понятно. Вы участвовали в забашке 276. Ваш рекорд. Ну, это правильно, да. Это было такое. С архидемоном 114. Архидемон лучший урон 5-150. Непонятно. Видите, что-то по-разному на каждом сервере. Какая-то информация непонятная. Сейчас битый гель 42, атаки фортов 10. Маловато. Кризис менеджер. Не знаю, на русском сервере точно кризис. Карты архидемона. Ну, разные-разные награды, плюшки. А вот напишите в комментах, ребята, у кого какие плюшки из вас были. Стать самым везучим лордом. Загадать желание слова. Даже поделиться можно. Вот так вот. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали посмотрим плюшки, которые дали на русском сервере. И сравним их с английским сервером. На английском сервере, наверное, более донатный аккаунт, но на английском сервере ему меньше времени. Ну, я имею в виду, он молодой, этот твинк вообще. Ну, уже, наверное, основа. Раньше был твинк. Так, получить. Так, зачем мне эти ваши обновления сейчас? Дайте плюшки. Смотрите, смотрите, ну это просто вот. Сейчас посмотрим, что там у нас интересного. Не знаю, на английском, по-моему, покруче дали плюшки. Как по мне. Напишите, в общем, в комментах, у кого какие такие плюшки или не такие на разных серверах. Просто интересно, я хочу посмотреть, как они давали рандомно или нет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.